Хей, йоу, здравствуйте, это снова канал Максимадзе и снова GTA 4. Первый сезон, пятая серия. Короче, что у нас в прошлой серии было? Ну, во-первых, Влад погиб. Ну, точнее, не погиб, а мы его убили. Роман очень ревновал Мэлори к Владу. И от ревности нам пришлось его убить. После этого нас поймали бандиты из русской мафии в лице Михаила Фаустина и Дмитрия Раскалова. Теперь, но так как Влад был все-таки для них кретином, Нико с ними сумел найти общий язык и договориться. Теперь мы работаем на них. Господи. И сейчас мы отправляемся на задание под буквой F, то есть Фаустин. Как там Влад говорил про капусту? Зачем нужно жрать капусту, если есть картошка? Да. Картошка же самая лучшая альтернатива для капусты. Да, тут не поспоришь вообще. Сарказм, конечно. Так, ребятки, посторонись. Фаустин живет неподалеку. Мы пешком до него дойдем без проблем. Чё ты на меня крикнул? Я абсолютно легально сюда к вам прошел-то. Я вот пока не знаю. Скорее всего, вот, наверное, вам будет интересно, не знаю. Первый сезон там, скорее всего, сезона будет 4. В GTA 4 у нас во время прохождения. Сколько серий в каждом сезоне будет, пока я не знаю. Но скажу вам только то, что... Первый сезон завершится, когда нам придется переезжать в другое место жительства. А что произойдет, я пока не буду спойлерить. Во. Наш Фаустин живет в этом доме. В этом особняке. Шикарном. Жалко, что мы не сможем там поселиться. Господи. Я заболел что-то. С насморком немного. Поэтому... Не сердитесь. Hey, Nico. Привет, Нико! Hey. Привет, Дмитрий. Заходи. Не судите строго, если я буду шмыгать носом. Ой, господи, проклятый нос. Бросил бы ты это дело, Михаил. Why? А что? Because... Это затуманивает твой рассудок. Сейчас не самый подходящий момент. Мой рассудок. Скажешь тоже. Я дурак. Пьяный дурак. Ника приехал. Мы собираемся разобраться с тем парнем. Я так понимаю, ты с нами не поедешь. Заставьте его страдать. Люди слишком быстро забывают боль. Эй, ты бы полегче с этим. Полегче? С какой стати? Чтобы я мог стать таким же, как мистер Барбитурат? Постоянно жрать анаболики? Тебе нужно успокоиться, Михаил. Да где бы мы были, если бы таким был спокойным, как ты? Дай-ка подумать, в лагерях Сибири. Или продавцам бы трусишкам на Красной площади. Или до сих пор служили бы во флоте? Какая версия сегодня? Следи за языком, Дмитрий. Следи за своим сраным языком. Это ты следи, ты съезжаешь с катушек. Так, на этом все и держится. Я злой, а ты рассудительный. Я запугиваю, ты убеждаешь. На этом держится. Но ты злил не тех людей. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Слишком много трупов,
много времени. Если мы начнем играть по правилам, у нас все времени. Это я кого-то разозлил? Я? Не, мы. Удивительно. Как получать деньги, так это мы. А как прижать кого-нибудь, это я. И больше никто. Думаешь, я не вижу тебя насквозь? После всего, что мы пережили, ты начинаешь бредить. Слушай, нам надо идти. Блин, я тебя люблю. Да. Блин, я люблю тебя. Да, я знаю, серьезно. Но ты относишься ко мне как к ребенку. Я заправлю деньгами все дело. Дмитрий Раскалов, по-своему твою мать. Прочь с моих глаз. Или я прибью тебя нахрен. Так я не прошу тебя заправлять делами как-то по-другому. Я не просто прошу тебя успокоиться. На, вот. Прими-ка парочку. Что ты здесь до сих пор делаешь, мать твою? Я сказал, пошел прочь. Отвезите Дмитрия в секс-шоп. Дмитрий, пошли. Твой галстук еле-еле заметный. Там один парень в подвале снимает порнуху, а Михаил задул. Кассету прислать. Блин, вот в этой игре нам придется по стрипухе заходить. Вот я порешаю, что делать с этим. Голос девушек не покажем. Все какие-то ноль плюс же. I hope it don't get to me. The cops will see us, дурак. Что-то недалеко. Быстро приехали мы, что ли? Господи. Да. Where's your boss? Где твой босс? Что ты имеешь в виду? Он в задней части. Нет, что ты снимал, лучше бы сейчас... Нет, у него сейчас встреча, клянусь. Пошел прочь. Черт. Смотри, как сейчас уже никто не делает. Ха, винтажная она, действительно. Но, думаю, если бы не она, то стоило переводить это на DVD. Привет, Джоусов, думаешь, так просто расширять свой бизнес, снимать вот это дерьмо? Эй, мы типа... Да мы просто отчетов прибыли в конце финансового года. Тогда бы мы передали вам вашу долю. Твой финансовый год окончен. Ника, возьми это и следи за Джозефом. Слышь, да у нас нет почти прибыли. Слушай, здоровяк, ты сильно здорово выглядишь. Мы могли бы снять тебя в одном из наших фильмов. Ты. Ладно, хватит уже брить, просто старался быть милым. Черт, он выбыл из строя минимум на 2 недели. Так у тебя есть деньги для мистера Фаустина? Нужно было подумать об этом раньше. У меня в штанах есть нечто особенное, то есть нужно показать ему. Джозеф, я думал, бизнесмен из тебя лучше. Пошли, Нико, отсюда. Мы едем на переулок на Дилерн-стрит. В оружейную лавку. Зачем нам туда? Я хочу тебе купить подарок. Ты упакуешь его красиво, с бантиком? Да пошел ты! Мы встретимся с одним другом. У него хороший выбор оружия.
Знаешь, такое подпольное место? Их в городе несколько. Мэр плотно взялся за контроль над сбытом оружия. Как-то не похоже, что ему это удалось. В чем проблема-то? Теперь ты узнаешь, где их можно достать самому. Михаил, я знаю, что ты это не имел в виду. Все в порядке. Видите? Чуваки из России разговаривают по-русски. Тут где-то на русском, где-то на английском, конечно. Михаил! Фак! Жаль, что тут не все разговаривают по-русски. Мне бы не пришлось в интернете все озвучивать. Ну хорошо, хоть тут какие-то субтитры есть вообще. Швабра красиво вылетела у тебя прям. Выбирай все, что тебе нравится. Таких мест, кстати, тут три в этом городе. В каждом районе по одному. Чей районов 5, на каждом острове по одному. Такому магазину. Подпольному. Регулярно завозят новые товары. Если вы что-то не нашли, приходите позже. Гранатомет. Образец скоро в продаже, но он же тут лежит, или это просто как бронежилет? Нет, мне еще рано деньги тратить, у меня денег пока еще мало на это. Простите. Давайте купим это. Вернитесь к Дмитрию. Да. Наведались мы в секс-шоп. Слышал, Кирилл где-то в прошлом году. Это не всегда так. Михаил был великим человеком. Он имел темпер, но он был fair. Теперь он бьет свой топ на малейшей вещи. I never know who he will shoot. Читайте сами, who he will stab. Andrei, who you met in Mikhail's basement. He was always loyal. He was a good worker. Now he's dead. I guess that is why we need your help. Remind Faustin of that. Maybe then he will not try to kill me. В Кирове где-то в прошлом году, когда-то там была такая новость. Случился пожар в доме, где находится секс-шоп. И заголовок ньюслера, знаете, как звучал? Горит дом с резиновыми членами. Да. Что попало, придумают, конечно. А там в этом доме жили нормальные люди, дети, бабушки. А если бы какой-нибудь школьник, который жил в этом доме, в школе бы спросили... Изгоем бы он стал. Спросили бы, где он живет. Он бы сказал, где живет. По адресу бы сказал. Они вводят. Спасибо за помощь, Нико. Заезжай к нам в клуб. Глядишь, Михаил успокоится. Что это? Малыш Джейкоб? Или Фаустин? Отправляемся по очереди, давайте. Давайте к Джейкобу поедем. Да. Как жизнь, Нико? Оттягиваюсь тут реальным плохишом. Реальный чел, заскочи к нам. Хорошо, уже еду. Короче. Он бы сказал бы... Одноклассникам бы свой адрес. Они вводят в Яндексе картах. Что это за дом? Им пишет дом с резиновыми членами. Вот бы он изгоем бы стал и все просто. Да. Строй какая-то тут. Кстати, в понедельник я GTA 4 прошел прям до конца, до самого. Допрошел ее до конца, точнее. За кадром проходил ее, ну, чтобы
не тупите. Не тупите во время прохождения на... В кадре. В кадре канала Максимат. Вы достигли места назначения. Господи. Эй, парень, не двигаться. Говорите, не шевелись, ты кто такой? Кто тебя послал? Кто ты вообще? Эй, чувак, я пришел попытаться с Джейкобом. Я Нико. Нико? Плохие, что там внизу происходит. Мужик какой-то внизу в дверь ломился. Говорит, зовут его Нико. Нико, а, это мой кореш. Плохиш, ну-ка, пусти его. Говоришь, твой кореш? Ладно, заходи. Знаешь, когда дверь сломится, нужно быть осторожным. Да все нормально. Не переживай. Видишь, он того чувака, мужик. Что с тобой, Нико, ты вновь? Да без проблем. Встретились, зашибись. Да, я типа слышал. Ладно, не суть. В общем, чувак, перед тобой типа плохиш. И он хочет попросить тебя по одной услуге. В общем, так, красавчик. Бабла, кто-то там не хочет ставить. Каждый так, знаешь, бабло служит. А вот как раз таких нет. Я тебе помогу разобраться. Ладно, сейчас, короче, все объясню. У нас бизнес наложен, верняк. Они продают траву там, где делать этого нельзя. Вот мы и хотим, чтобы ты пошел туда и разобрался с ними, понял? Ну да, так это дорого стоит будет. Дорого, дорого. Ты типа дешевить собрался? Да нам какие-то парни тусы. Ну что, прикинь? Мои пятаки, вот пройди мимо и... Просто я не успеваю читать, блин. Ладно, послушай. Значит так, плохишь говорить. Что эти парни, ты найдешь их на битаках южного Бухана, усёк? Приедешь сюда и найдёшь их, холоп, вот ты разберёшься с ними. В общем, давай, завали их. Ну и славно. Свечок, уверен? Ну, уверен. Господи. Пыльновато что-то в квартире у тебя, блин. Накуриваешь постоянно. Что, едем в другой район? Первый раз мы выезжаем за пределы вот этого вот места. Езжайте медленно, чтобы оплатить проезд и не привлекать все внимание. Если мы скользнем, не оплатившись, за нами полиция начнет гнаться. Поэтому давайте-ка оплатим $5 и проедем. Из района в район, ну вот так вот будем часто мотаться теперь. Ха-ха-ха.
Да, дорога не очень-то близкая оказалась-то. Знатная дурь, ты меня просто обчистил. Йоу, я сбыл весь товар, сейчас заеду за новой партией. Будь готов. Идите пешком за дилером. Не ходите слишком близко, он вас не должен увидеть. Ладно, будем соблюдать дистанцию. Что это они готовят тут? Стой. Роман, ты меня отвлекаешь. Не хочешь оттягнуться? Черт, Роман, я сейчас не могу говорить. Проклятие. Роман, вот очень вовремя ты позвонил. Ох, ё-моё. Он где-то тут. Идём. Сюда. Ой, тут. Стрёмно что-то. Эти парни что-то не нападают даже на меня. Как тебе не стыдно, блин? Иди нафиг. Выполнили. Отлично. Дайте-ка сюда оружие, все. Скажи Плохишо, что я убрал конкурентов. Все, чики-пики, теперь пятак снова наш. Никому не позволю нашариться на моем пятаке. Вот так-то. Удачи, Нико. Едем к Фаустину снова. Такси есть где-нибудь? На такси быстрее просто. Ну что еще? Здорово, Ника, как сам? У вас Плохишам больше нет для меня, работенки? Забавно, что ты спрашиваешь. Плохиш мне как раз толкал, что им прям сердце, как для нас, все растет. Он спрашивает, не докатишь пару посылок к кому в городе? Типа, не будет дофига травы. Ништяк. Позвони, когда будешь готов. Работы хватает, так что звони, как сможешь. Удачи. Мне нужно такси.
Едем к Фаустину, скорее. This is it, mi compadre. We're here. Great, thanks. В этот клуб? Что ли? Или куда это? Окей, нема проблема. Hi, Dmitry. Привет, Дмитрий. Эй, Дмитрий, я разобрался с тем, что ты просил. Очень хорошо, я тобой горжусь. Пойдем. А, это шоу. Я уже думал, это неприличное заведение. Дмитрий, спасибо, что я забавился с моим делом. Да нет проблем. Эй, Дмитрий, познакомься с нашей подругой. Очень приятно, взаимно. Малышка, ты моя сладенькая. Михаил. Эй, это мой брат Нико. Отлично, давайте выпьем. Подвиньтесь, нам надо кое-что вам поговорить, Михаил. Ладно, бери Веру, я возьму Катерину. Да ладно, какие проблемы? Не наедине ли нас? Оставьте нас на минутку. Продолжайте пока без меня, я скоро подойду. Ну, короче, что там стряслось? У нас возникли проблемы с полицией. Федералы или кто там еще основательно нас пресекли. Сергей рассказал мне, что его друг, который работает там на судне, его выдали разрешение на телефоны. И кто же эта крыса? А никто. Все проблемы из-за того, что как мы себя вели, слишком много шума. Это было неизбежно. Нам нужно ненадолго свернуть наши дела. Этот гребаный парень. Точно. Это все он. Я его по глазам понял. Ясно. Тот парень, который покупал кокаин, он не покупал траву. Моя двоюродная сестра с ним встречается, но это не он. Он, конечно, кретин, я ему не доверяю. Почему? Он слишком много знает. Ты убьешь его, Нико. Уверен? Уверен? Нет. Как и сейчас я задаю вопросов, он это или ты? Или, может быть, ты? Сколько раз все подумать, все это тянется уже несколько месяцев. Подумать! Посмотри, что привели твои размышления. Отвечал за безопасность. Отличная работа. Браво, Дмитрий. Жалкий кретин. Ты. Докажи свою преданность. Иди и убей этого парня. Не сомневайся в моей преданности. Тогда не сомневайся в моих приказах. Он живет в Бахане на Густаманно-авеню. Отправляйся туда, а потом позвони мне. Лично, когда доберешься. Михаил, прошу тебя, не делай этого, заткнись. Я, заткнись. Я умоляю тебя, пожалуйста, да заткнись. Не делай этого. Иди, почему ты меня не слушаешь? Это не игрушки. Дмитрий его уговаривает, чтобы он убийство этого не делал. Такси. На такси будем, наверное, часто передвигаться, потому что это быстрее гораздо. Мистер Фаустин, вы хотите все отменить? Нет, я никогда не меняю своих решений. Мне сказали, что на станции Миланта-Авеню. Зайди на платформу и избавься от этой крысы. Дмитрий, заткнись уже, наконец! Уделайте Лени на платформе. Туда, что ли? Так, а мы, по-моему... Да, мы в другом районе. Привет, Лени. Ты выпал из числа любимчиков Михаила Фаустина. Ничего личного. Фаустин, пустое место, отвали. Пустой, не пустой, однако завалить он тебя в состоянии. Ничего себе, он мощно стреляет. Сволочь. Ну-ка не с места, давай, иди сюда.
так-то. Правда, он мне ничего, конечно, не сделал, а я прикончил его, да. Сейчас, подождите. Ника, ты понимаешь, что ты сделал? Я выполнил приказ мистера Фаустина, ничего более. Ты убил сына Кенни Петровича. Это очень опасный тип. Он так этого не оставит. Откуда я мог знать? Ты не мог! Это все Михаил, он совсем спятил. Я поговорю с людьми, может он успокоится. Нет, 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 мы домой едем. Что ж, предлагаю эту серию на этом завершить. А в следующей серии мы продолжим дальше выполнять, работать на русских, на Фаустина, на Дмитрия и так... Может, еще на кого-нибудь. Ну, что ж. О, сообщение от Романа. Приезжай ко мне в гараж. Я хочу, чтобы кое с кем встретился. Роман. Хорошо. В следующей серии мы займемся этим делом. Ну что ж, с вас лайкосы и подписосы, а с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на запасной канал и группу ВКонтакте. Всем пока.